В общем, поехали. Что тут кричи спеллы? Кричи спеллы. Доминатор. Чем сегодня доминаторы играют? Визардами? Ну или это просто монорет. Эксплор. Наверное, на грейв, потому что мне нужна земля, а если я просто ставлю лунаварца, то его убивают. Явно он не живет. Не жилет. Хотя его можно было взять, чтобы ставить, типа, вот сейчас, когда убьют вот этого. В любом случае, плохо было ставить волноварца на топдеке. То есть, там точно не земля. Поэтому люди так часто скидывают под эксплор хорошие карты. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Карнажеские. Что такое прям дикий незаход? Дикий незаход, учитывая еще эксплор. Видишь, какой. Так, господи. Второй карнаж отправляется в мусорку. Оппонент там просто, наверное. Офигел. Хотя что, он карнажа не видел. Так, ну этот паровик получит всего лишь второй каунтер, да? То есть не страшно.
что я там существ должен был разыграть? Сколько их разыграл? Два? Да, два. Так. Ну, третий ход, может быть, я и переживу. Ага, уже Френзи пошла в ход. С Фрэнзи я, наверное, даже и следующий ход не переживу. Ну, там смотря какой заход, если у него там две земли подряд. Он же никак не может их там вкрутить. Ну, не, это вообще ГГ. Так, консит. Сколько там карта пришло не земли? Штук 5. Не, ну в лейтгейме это были бы просто как серия эпических топдеков. С одной стороны. Так, 12 надо существ разыграть. И победить. Желательно. Ну, допустим. Все, дальше будет еще одна чупакабра на топдеке, да? Чтобы было красиво. Еще осталось дожить до своих чупакабр. Так, что это моногрин? А че он в атаку не бежит? А он проплатил, типа. А, проплатил лунаварца. Окей. Господи, все за 4 маны. Все за 4 маны. Стиллиф. Нормально. Нормально. Так. Да, Steel Leaf, конечно, это бич формат. Ну, не бич формата, но бич. Ну, бич-то точно. Так, ну, по идее, могу кондем там тоже самое сделать. Но лучше кого-нибудь вывести на стол. Тем более чупакабра, которая загрызла Steel Leaf'а. Это хорошая чупакабра. Гигантозавр нам не страшен. Гигантозавра мы умеем по-другому убивать. Так, наверное... Через Price of Fame.
это будет. Да. В общем, через Price of Fame, если что-то пойдет не так, то через статус и смертельную чупакабру. Так. Так, пошел нафиг. Мне так-то все тут надо. Ну ты кончился, моногрин. Так. Что мне там поднимать-то? Чупакабр. Таргет перманент карт. То есть можно и землю поднять. Вообще-то. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, все-таки так. Так, похоже, он мне не дает делать квест. Хотя бы победу дал. Так, осталось 9 существ. Так, может, у меня колода, которая быстрее существ кастит? Короче, просто всяким странным пойду поиграю. Можно было моноу взять. Там тоже вроде быстрее все это кастится. Самадский квест, конечно, на ленды. Потому что ленды долго расставляешь. Не то что адский, просто он долгий. Хотя, казалось бы, такой изи квест. Сыграй просто ленды. Их просто много. Так, мулиган. Так, походу я вообще тут выйду. Так, оставлю, вдруг что-то придет. Нет, ничего не придет. Так, а в чем тут была идея-то, я забыл. Наверное, это черный. А, это черно-белая со сплэшем зеленый. Черно-белая со сплэшем зеленый. Может, и зеленую монобазу забыл положить? Или дуалки не положил, например. Ну, что-то опять что-то такое дорогое. Так, ну-ка. Надо посмотреть, что это было. Ну, сейчас захожу, там типа 20, 24 земли, всех цветов и с дуалками. Все нормально. Так, где ты? Тут много дуалок, которые в зеленый. Несмотря на два фореста, как бы. Так, только что у меня тут ранней игры вообще, что ли, нету? Белый, белый, черный. Белый. Бинали. Да, ранняя игра очень странная. У этой колоды. Так, короче, это надо прям сильно будет допилить, видимо.
Да, тут реально. Короче, или Аделизу, или вот это, или Мона У. Где-то там она, вот это. Что-то из этого надо брать. Так, а это что? А, тут тоже Лановарца, вот фантомы, да, можно эту попробовать. Вообще вампир есть. Ну вот какая-то есть ранняя игра, типа. Типа синий. Кстати, я же не врубил эту программку. Спирита по феечку поставить и врубить. Декмастер. Раз уж я закачал, установил декмастер, так надо его врубить. Так, no blockers. Так, у нас что есть Explorer, либо такое вот. Наверное, слетаю сначала. Потом посмотрим. Так, Phantom. Потом нам типа нужен. То есть что? Или можно вообще на контре посидеть? Контрить ему третий дроп. А где третий дроп-то? Тоже пойдет. Правда, жалко, из радиуса лавакойла это не выходит. Клетка. Клеточка. Ну, с другой стороны, он и не атакует. Не должен был атаковать. Что он творит? Что он творит? И что? Него там еще что-то за конвок есть?
не пошел в атаку. Ну ладно. Ну и ладно, так. Еще один фантазм. Вот и декмастер запустился, типа. Ну так скоро клетки закончатся. Некуда весь этот зоопарк садить. Так, еще вот тебе одного мыслесплетенного фантазма. Так. Такам. Ферекс. Ферекс это, конечно, здорово. Не, ну пусть будет. Так, посидеть на контре. Хотя что у него там может быть за 6 маны у Боросов? Так. Discovery. Чатик появился. Дядя, играю в бронзе 4. Сегодня сгорел с игры. Попался чувак фул Б дека на Демирах. Ну, Б это и есть Демиры как бы. Открыл ему руку на четвертый ход, вышел из игры, пусть делает дейлики на других. Какого он в бронзе 4 делает? Ну, знаешь, многие сидят как бы в низких рангах на самом деле. Потому что... Вот я тут в раской играл просто во фриплей. И что-то у меня как-то низкий довольно ранг. Все равно. Но низкий, потому что я там очень много экспериментировал. И, видимо, себе его там занизил в хлам. Ну, как-то, короче, я особо не слежу, что там. Так, что, Ферекса, что ли, ставить? А, туплю. Можно было поставить Битла, тогда... Тогда фантазм сразу 5-5 идет в атаку. О, мана. Вот это будет сюрприз для оппонента. Но если, конечно, фантазм выживет. Я что-то сомневаюсь, что он выживет. Тут главная карточка не пришла. Хадана. Подъем Хаданы. С ней было бы вообще замечательно. Но не бронза же 4, где играет в дефолтных деках. Ну почему? Почему бы и нет? Кстати, почему бронза 4? У меня вот я смотрю на ранг, там только бронза 2, бронза 1. Бронза 4 вообще в этой игре. Вообще в какую сторону вообще растет? Короче, ранг чем выше, тем лучше, или чем ниже, тем лучше? Потому что я что-то в этих тирах сам запутался. Напрочь.
Ну там что, Сеттл, что ли? А, ну если Сеттл-то у меня синкопа есть. Так, это что, на 4 маны затапает? То есть 4 надо будет доплатить. Так, ну мне всеми просто тупо идти надо и все. А, ну он доплатит же 4. Да, у него 8. У него 8. Ну, пусть будет Ферокс, типа. А, тем более я контрить не могу, потому что... Потому что... Так, что у него не было? Или он просто решил, типа, сконтрить так? Плюс там еще зачистка может быть массовая. Так что... Так что не такого стола хватит. Вот у моего оппонента, вот у него что? Что, вот это что за ранг? И у меня вот что за ранг? Так, это синко. А, это синкопа, блин, так, мне надо доплатить 2. Так, плачу 2, потом синкопа, он должен доплатить 2. Что-то как-то не очень. Пусть резолвится. Идет снизу вверх, бегинер больше, чем бронза 4. А, смысле, бегинер в самом низу, потом бронза 4, бронза 3. Угу. Я просто тут кроме бронзы 2 и бронзы 1 вообще ничего не видел. Нигде, ни в каком режиме. Что я делаю не так? Может, такая странная система значков. Так, что у них там, динозавр? Сейчас можно вообще грязь творить. Так. Творим типа грязь. Типа Битл ставит каунтер сюда. Мы проходим на 12. КНБ блок. Да, забавно. У мерфолков есть такие классные мерфолки, которые отлично играют и без мерфолков вообще. У меня бронза 4 и куча других, с которыми играю именно бронза 4. Ну, может, это просто человек-донатер, и он собрал себе сразу. Как это? Ну там паки покупал, или драфты играл эти, или лимиты, скорее всего. Так, что это у нас? Ну как-то так. О, господи. Там трампл же не дается, нет. Трампла там нету. Так, мне надо существ сыграть много. Главное, чтобы не сдавался, пока существа не сыграю. Короче, так. Поблокай. Если сможешь. Сейчас посмотрим, что там по бронзам. Просто вот еще, допустим, есть вот этот констракт event,
И ну, я там в основном-то играл большую часть времени. Плюс еще синглтон, тот синглтон, который был, ну, типа, бесплатный. Так, вот на драфт я выбил, типа. Вот я вот навожу, да. То есть вот просто приплей. Типа бронза тир 2. Competitive play. Тоже бронза тир 2. Или может тут просто вверху не меняется? То есть это надо заходить в саму игру, чтобы посмотреть. Потому что вот competitive play вот тут я вообще почти не играл. Как у меня тут может быть вторая бронза? Вот, Силит Гигльц у Фравника. Бронза тир 1. Почему? Я туда вообще не заходил. Синглтон. Ничего. Ну, тут типа нету рейтинга. Констракт этого тоже ничего. Хотя вот я тут в основном играл. Большую часть времени. Тут вот бронза тир 1 опять. Бронза тир 1. Ничего. То есть тут или что-то с отображением не то, или в чем дело-то? Ну, неважно. Так. Начнем драфтиться потихоньку. Как интересно. Пэлт коллектор. Или сесть на Димиров опять. В десятый раз. Так, у меня просто... ну вот этих, по-моему, не комплект все еще. Стирание мысли. Стирание мысли. Так, что тут вообще есть? И тут ремуволов нету, то есть мы это сегодня рассматриваем, рассматриваем что-то из этого вот. Если Pelt Collector, то он пойдет и в констракт от меня. И можно что-то собрать будет на Галгаре. Для... Ну, для Селесни тоже он хорошо, но я не факт, что Селесни вообще буду играть. Так, вот меня интересуют компании и вот эта штука. Сколько их у меня вообще в коллекции? Хотелось бы узнать. Так, компании комплект. А вот стираний только два. Стирания, по идее, комплектом играют. Даже. Компания может просто выиграть как бы драфт, а может не выиграть, потому что ну сбросил ты все с руки оппонента, а он уже стол выложил. Такое себе. Ну, по идее тут надо пикать в пелт коллектор и вообще не думать. Ладно, не буду брать стирание, возьму коллекторы. У нас будет рара драфт, я все понял. Так, тут есть птица, тут есть... Тут есть массовая зачистка, которая, конечно, плохая. Я думаю, есть способы в констракте положить на всех плюс один каунтера? По-моему, нету. Имеется в виду на существ оппонента тоже. Было бы забавно. По идее, это масс ремувал, хоть и плохой, но масс ремувал. А что тут еще брать?
Дрынки всякие. Возьму. Так, бинсплиттер маг. На магии я придумал там типа колоду. Но это как бы все фан. Довольно фаново. Можно гарпунера взять, опять же. То есть вообще не думать. Да, можно собирать типа селезнюю такую со сплэшем в Димир, если дадут Димир. Так, один дэмэдж, то есть крича. Так, типа флайер. Так, типа котик. Ну, типа котик. Так, спай багов у меня сколько? Там тоже комплект. Хорошо, как хорошо, что это нереальный драфт, где у тебя 30 секунд на то, чтобы сделать пик. Ну не 30, но около того. Так, спайбагов у меня 2. Но не факт, что их надо прям дофига. С другой стороны. Так, тут есть Галгари Рейдерс. Галгари Рейдерс. Малдерхалк. Ну это не выглядит как такая прям поломанная. А кстати, вот в ту колоду, где они с плюсами приходят, и существо стоит, где они не могут заблокированы быть. Вот это с хастовой там смотрится отлично. Но не на драфте же. Так, ну возьму спайбага, может быть. Так, такой вот типа финишор. Тикстрайк. Капим. Так, ну зеленый, похоже, у меня такой более-менее основной. Вот этого можно брать, он как бы зафиниширует, если что. Ну такой тоже, блин, до него еще дожить надо. Я лучше возьму... Что-то тупо Акапи, что ли, брать, все. Как-то тупо совсем. Так, возможно, локет, либо землю. Локет, либо землю. Ладно, пусть будет капи. Так. Конвок. Так, контри у меня комплект. Шейд. Шейд, либо вот это. Наверное, шейд. Или существо с конвоком. В принципе, можно конвокера взять. Белый, походу, я вообще не играю. Возможно, мне Димир тупо. Да, белый, наверное, вообще не играю. С Димира Галгари мне, возможно. Поэтому шейд. Инверт, инвент, лягушка. Типа ремувал.
Так, типа removal. Или вот такой removal. Я думаю, Dart все-таки поинтереснее, чем вот это. Хотя. Такой еще, может быть, передадут. Поиграю дартсом. Надо же попробовать. Так, это типа вернулся первый бустер. Да, вернулся первый бустер, из него никто ничего не взял. Так, Child of Night. Либо... Не, ну тут я беру. Тут я беру. Птица. Так, немножко зеленого, немножко черно-синего. Ну, можно такое, кстати. И в черном я тоже непонятно. Может быть, я не буду. Пусть будет птица. Так, тут и возьму, наверное, сплиттер мага для коллекции. Так, это трик как сорцери, поэтому это плохой трик. Возьмем такое. Рейдеров передают. Так, дубль 2. Так, тут есть монумент. Но у меня мультиколоров, походу, не будет. Но все равно это как бы 3-3 трампл в любом случае. Так, тут есть ритуал. Довольно сильная картонка. Хотя можно было и получше. Но на драфте некоторые комбинации она должна вообще как бы, ну, допустим, те же боросы, антиборосы, чего бы нет. То есть тогда мы вот это вот убираем. Точно играем черным. Так. Блин, лаксадонский. Так. Так. Блин, все резко меняется. Все очень резко меняется, потому что пришел ветеран. Пришел ветеран. То есть мы возвращаем Хавка. И вот это. Вот это, наверное, не будет играть особо. Так, вот так вот сделаем. Так, 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 так. Ну, мы теперь в белом сидим. Жестко. И... Да, можно Knight of Autumn брать спокойно. Короче, неожиданно это собирается у меня селесня, да? Весьма неожиданная селесня. Integrity. Intervention. Integrity Intervention. Так, я бы спайбага брал. Хотя у меня просто такое ощущение, что спайбагов я еще насобираю. Да. В драфтах. Так, так. Паучок либо битл. Думаю, тут битл. Трэш
Драгонавтын. Так, человек с ментором. Кентавр. Берем кентавра. Так, короче, у нас Селесния получается. Селесния и, возможно, это будет сплэш Галгари, но непонятно. Пока непонятно. Так, еще Селесния Локет есть. Так, Флауэр Флориш. Либо два токена, либо... Ну, искать землю почему нет. Так, Маршал. Тоже хорошо. Давайте Маршала. Так, ментор, либо второй дроп. Ментор или второй дроп. Так, сейчас будем смотреть, что тут у нас вообще. Вторые дропы. Четвертые дропы. Ну, возьму птицу. Канопи. Канопи можно взять. Канопи можно взять. Так, ну, лучше существо, чем трик. По крайней мере, высоким пиком, наверное, лучше существо. Так, ну это уже не в деку. Так, что из этого мне потребуется в констракте? Походу ничего, но Sonic Assault у него типа Jumpstart. Панчи у меня уже хватает. Короче, ну, все шлак, но... Все шлак, но... Так, еще одни рейдеры, либо стенка. Либо стенка. Я думаю, стенка. Пусть будет Риттас Блоу. Либо, может быть, в красный какой-то придумается сплэш. Не, ну ладно, это слабый трик, но пусть будет 3-2. Да. Выбор, блин. Так, Каниф Конокт. Ну, можно вообще так-то взять. Это Жерарка. Мародрафтер или как? Такое можно. Гильдмаг. Ну, такое себе, но он может конвочить. Так, а сколько у меня канивов? Так, у меня их два. И вообще, они мне нужны, походу. Походу они мне нужны. Шторм. Ну, опять же, берем изи мифик. Что тут думать-то? Так, либо Гарпнир, либо Бенсплиттер Мейдж. Еще один. Либо такое. Но это может быть приедет низко. Возможно. А Гарпнеров вот как раз комплект соберу.
Так. Летун. Типа второй дроп. Да, рарадрафтим дальше циклоп. Интервеншн, тык херт. Тык харт можно взять. Так, или про Япон, кстати. Ну, тут не такие уж здоровые существа. Давайте take heart. Так, Вант. Хиллер Хок. Так, что там по первым дропам у нас? А, первых дропов так там нормально. Так, почему, кстати, все слетело? А, я типа выходил, когда туда, то все слетело, да? Так. Так, можно взять второй дроп. Можно и первый. Так, такого можно тоже. Ну теперь первых дропов дофига стал. О, риск фактор. Наконец-то я его нашел. Так, юникорн, либо такое. Ну, такое поинтереснее будет. Но сразу что-то делает юникорн, когда еще только атакует. Так, второй дроп. Вирм. Нужен ли мне вирм? Не, ну так как мы конвочим, то я возьму второй дроп, наверное. Так, бинсплиттер маг дают. Слава тебе, Господи. Я смогу их с ними что-то сделать. Так. Так, либо чарка, который... Так, сколько у нас чего? Так, 23 карты там вроде видно. 23 карты. Будем ли мы играть чаркой? Вроде не похоже, что мы играли. Хотели играть чаркой. Поэтому крипинчил. Крипин. С другой стороны, вот если птица выжила. Если птица выжила, да? Либо если токен с лайфлинком. Либо Belt Collector выжил. Так, что еще тут может? Ну, птица, опять же, но если лишний Vigilance ей особо не нужен. Так, Galgari Raiders. Так, ну у этих и так всех винджеланс есть. Короче, не, чарка, наверное, не нужна. Крипинчил просто возьму. Еще один канопин. А, Sonic Assault. Так, там не столько. А, ладно, пусть. Пусть будет, пусть будет. Ну вот, какой-то собрали ужасающий шлак. Ну, ровно 40 карт, кстати. 17, 19 существ.
такая очень странная, кривая. Так, возможно, стоит вот это взять. Попробуем так. Попробуем так. Так, ну-ка, так, монобазу еще раз глянуть. Мне не нравится, почему мне столько плейнсов сделали. Минус форест, плюс плейнс. Ну, хоть что-то. Это хотя бы что-то. Котик. У нас тоже такое есть. А, можно было убрать этот 2 демеджа, которые наносит, наверное. Defender. Defender Dispatcher. Ну, можно поставить вот это. Пока вот так. Так, у флайеров у него не будет. На всякий случай. На всякий пожарный. Так, что мы делаем теперь? Теперь, наверное, патруль. Ну, или можно было мелочи, наверное, выставить. Шаман.
шаманом решил играть. Опасный. Так, застрелил меня. Два существа на кладбище. Этот приходит с 2-2 каунтер. Рам. Да, что-то рейдерсы такие себе. Совсем. Совсем уж такие себе. Давайте вот такого. Стенку. Так. Ну, сидим. Воу. Ну, сейчас рейдерсы уже 3-3 станут. Йоу. Так. Раз, два, три, четыре. Как-то не очень. Как-то все не очень. Могу я, типа, 3 демеджа нанести, да, внезапно. Такого ставить. Тогда на активацию не хватит. Твою мать. Это жесть. Так, раз, два, три, четыре. На 9 тоже пропускать как-то не хочется. Так, что тут у нас? 5-5. Попробовать, чтобы он разменялся или что? Он же просто пропустит.
кстати. Вот сюда очень зашла бы карточка, которая убивает всех со здоровьем. 4. Просто жесть. Так, он без трампа же, надеюсь. Угу. А, возможно, стоит Канопи выложить, потому что у меня уже есть ответы на чары там и прочее. Ну, плохие, но какие-то же есть. Так. Не, ну с этим 10 я тут ничего не сделаю. Да, вместо Канопи положить Mass Removal. Все-таки хоть какая-то. Так, а что если я пропущу на 10? Так. Его убьют-то. Вообще непонятно. Как я его могу выиграть, непонятно. Наверное, минус Канопи плюс Mass Removal пока что так. А, и возможно, минус 2-2 трюк. Да твою ж мать. Взял птицу, прибил. Ну как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Что-то капим.
Там может быть черный ремувал. Ну или такое. Папа больше ничего не выиграет эту игру. Короче, я выигрываю, если мне дали этого Локсодона. И... Ну, довольно рано тогда, может быть. А так? А так нет. Понятно все. Че он вообще напрягался? У него были Assassin Trophy и статус стата. Так, смотрим, смотрим, что мы смотрим. Мы смотрим, да, что отсайдить. Ну, рейдерсы мне что-то прям не нравятся. Что-то прям сильно не нравится. Это канопи минус. Минус канопи плюс. Плюс вот такое. Так, какой-нибудь цвет добавить. Ну, черного слишком мало. Так, из красного тут особо нечего. Только риск-факторы. Ну, вообще, да, добавлять даже нечего. Ну и все, видимо, тут тоже особо нечего. А, ну это я и не взял. Ну и хорошо. Так, зеленый, зеленый. Ну, что, придется так. На самом деле можно было собирать Демиров в 10-й раз. Но проблема с Демирами, если не передали карты. Даже если передали хорошие карты, то Демиры могут не выиграть очень легко. То есть они будут там сидеть, затягивать партию на час, но все равно не выиграть. Это Боросов собирать не хочу, потому что... Ну, это такое. Так. Теперь маны нету. Теперь нету маны. Ну, придется оставить. Ну, там Демиры 100%. А, ну еще и Зиты могут быть, да. Ну, скорее всего, Демиры. Так.
Не, все такие зеты. Зачем же он играет с сервиленсом? Зашла Трастани Дискордант. Что значит? В смысле, на драфте? В начале... Что значит в начале вашего заключительного шага каждый... А. Типа вопрос про то, что Трастани делает. Просто в конце каждого, типа, ну, в конце каждого хода Трастани возвращает существ, короче, похищенных там, твоим оппонентом, твоих существ. Короче, существ из твоей колоды она возвращает тебе, если они были не под твоим контролем в этот момент. Как-то так. Ну вот, допустим, у Демиров есть карточка к Каниф Конокт. Там типа сговориться, состряпать. По-русски ее перевели. Вот. Она там существо с силой 2 перехватывает под контроль оппонента. Так, поставим скичем. Ну вот, а с Трастани на столе тебе твое существо тут же, ну как в конце хода, вернется. Причем, получается, даже если саму Трастани похитили у тебя, то она тоже к тебе возвращается. Так, ну мы немножко от флайеров типа отбились, но такое себе. А, там трехцветочка даже. У нас, по-моему, трехцветка выиграет тут. Потому что у меня такая шляпная селезня, что просто ужас. Там вся надежда на бустер. Призовой. Так. Можно попробовать разделаться с 1-3 флайером. Ну, конечно, зря я так делаю. Боже мой, там четырехцветка, а может даже пятицветка. Вот зачем ему Surveillance. Surveillance. Лоб. Да, с флайерами там нормально, я смотрю. Так. Раскастовываемся по кривой.
Еще один флайер, либо вот. Вот что мне надо. Это хорошая штука. В этом матчапе. Другое дело, что сколько у него вообще этих флайеров. Мне очень не нравится его мана-база. Так, что он там уже выкинул? Там что-то много синего, я смотрю. То есть это Димир со сплэшами, скорее всего, да? Как бы там контры-то не было. Еще. Так, Flower Flourish. Ну, проверяем на контру. Контра есть. Самое печальное, что там ритуал может быть. Скорее всего, он там лежит. Если бы он у него уже был на руках, он бы, наверное, не контрил. Даже при наличии контры. Так, мана. Если он тапает свои синие, то флориш можно прожать. Кстати, да, мне надо это сделать как можно быстрее, пока ритуал мне не сказал. Там даже без ритуала есть черная карточка, которая минуса всем делает. То есть я как минимум двух существ потеряю. Это как-то не очень хорошо. Сколько мне там карт уже? Так, затапался. Молодец. Молодец. Так, ну тут много вариантов вырисовывается. Так, вариантов много. Если не станут все плюс 2, то... то вот это вот все равно выживает. Так, надо пока Локсодона поставить, что ли. Так, а если я просто снесу, так это 3 будет стоить. Блин. Ладно, ставим Локсодона пока что. Твою мать. Просто жесть. Как я должен там затапать? Я же начал тапать. Я нажал автотап, что не так? Что не так-то? Вообще, если мы пролетим, это насколько будет в итоге?
Так, ну он блокает только одного. Стал лететь. Короче, я вот это. А. Ага, у меня паук так потеряется. Тоже нехорошо. Ладно. Открываем флориш. Да сильно уж чё. Блин, надо было в 7 идти. Опять что-то я мискликнул. Так, он хочет разменяться. Он хочет разменяться. Манты. Знаю, что там ритуала у него нету. Только это надо знать. Так. Так, а мы тапаем. Так. Ну так, наверное. У него что же, ну да, у него так в основном Димир со сплэшами во все подряд. Я с радостью эту карточку скину, она уже не решает. Так, он полетел сурвейлить, но у меня то есть вайер как бы. Так, ну ментрить, наверное, флайера будем. Кого еще-то?
Клиент. Ну, компания. Вот и компания пришла. Ну, типа блокер. Так, что следующим ходом паука накачивать? О, отлично. Просто отлично. Это я выигрываю уже так. Это вин. Take action. Сюда накачаю. Короче, вот этим вот мусором с мисплеями я еще кого-то и выиграл. Один раз. А, ну чё я говорю? Это же, это все лучше, чем первый, мой самый первый драфт, где я сыграл Демирами вообще в ноль. Первый Демир в ноль, вторые в шесть. Шесть, ну, шесть, три. Первый ноль, три, вторые шесть, три. Почему так? Потому что второй раз дали качественные прям карточки в Димир. Очень хорошие. Так. Ответим на СМС. Нас ставлю. Что там белое? Hunted Witness. Так, если я ставлю сейчас гарпунера, то на следующий ход уже выскочит центавр, поэтому можно, я думаю. А сейчас мне будет дискардить руку. Нет, не будут. Ой, ну и на том спасибо. Так. Не, то, что мне будут дискардить руку, это довольно неприятно. Так, ну, с другой стороны, Knight of Autumn разбирается с Disinformation Campaign, который может на третий ход выскочить. Тут как повезет. То есть вот так вот, да? Так, у меня будет паучок. Кто же знал, что у него будет рарка? Рарный флайер. То, что в Hexproof флайера я не убиваю, а там всяких спайбагов. Это могли быть и Галгарин.
Хотя нет, я уже знал, что это не Галгари. Ну, там мог быть и дискард. Я играл от скорости. Типа. Сейчас хикспруфер и ГГ, да? Ну, там даже трата есть. Нифига себе. Ну, раз там есть трата, то я ничего не могу ставить сейчас. Сейчас мне Лозаву еще поставят. Я просто консидный. Не, ну, нормальный человек, нет. Рарка, рарка, рарка. И все в это. И все в тему. Нельзя же так. Так, ну он разделался с пауком. И теперь мне хана, да? Так, кентавр пошел. Вот эта засада еще с конвоком. То, что... То, что проплачиваешь обязательно сам. Можно по таймеру не успеть. Да, конечно. Чтоб ты земли дровал. А, он там все равно дровает много. Да, он там может что-то выбрать. Ну, я там мусор. Поэтому... Пусть особо не радуется. Ну там выкинул рейдерсов и хавка. Да, весело. Делать нечего, типа ловим. Пока он там еще не достач. Можно хотя бы размениваться. Так, у него есть Тайк Хартман. С пауэром 4. Ну, кстати, трата же. Трата же с пауэром 4. С тафнусом 4, то есть. Блин, не знаю даже. Наверное, там не будет дезинформейшн кампейна. На чё-то я тут вообще надеюсь. Ладно, будем ставить найта. Пока мне его тупо не подискардили. Ну, а пусть с каунтерами. Сейчас будет дезинформейшн кампейн. С помощью этой карточки Демиры выигрывают. Это да. Чё, выкинул?
котика. Так, крыса. Ну там, если там крыса, то и компания должна быть. Еще одна крыса. Ну ты и крыса. Крыса просто обалдеть. Ну, теперь я не буду бегать в атаку. Что меня спасет? По-моему, ничего меня уже не спасет. 20 карт. Может спасти еще один убийца флайеров. Либо птица с ментором, хотя бы летать меня перестанет. Смотрим. Непонятно. Так, понятно все. Птица у него уже есть. Так, пусть будет маршал. Вот так. Ну, даже если он моего слона подымет. А там он за чё, кстати, играет-то просто так. Спентман. Угу. Типа он может, допустим, слона сыграть. Даже при этом мне вот эта штука не поможет особо. Так, этот сдестачим сейчас, да? Мне там жизни-то хватит. Ну, хоть я селеснее маленько поиграл. Не особо люблю селеснее. Хо-хо-хоу. Хорош. Нормально. Ну да, с утратой разберусь. Я, по-моему, уже так умираю. Просто так. Так, вот он сейчас в меня летит на сколько? На... Он уже летально в меня летит, да? Да. А с другой стороны, да. Не, ну если сейчас я дам... Секундочку, если сейчас я дам вот это, то все равно он идет, значит, допустим, в 7. Три блокера. Короче, что я рассуждаю? Так, просто сразу это сделаю. Допустим, он идет в 7. Я 3 блочу, еще 3. Не, ну, может, 7 не пойдет. Так, ну идет не в 7.
Там ровненько, да. Я пытался. Я не понял, у него дезинформейшн кампейнов, видимо, вообще не лежало. То есть самые такие просто качественные демировские карты без всех этих штук. Ну что, поскакали дальше. Кто собрал мусор еще хуже, чем я? Кто рародрафтер? Настало время определить самого слабого рародрафтера на этом драфте. Вернее, как, самого богатого рародрафтера. Как интересно. А, ну, два первых дропа. Круто. Начнем день с птицы. Начнем день с птицы. Хороший план. Да, вот дартс нормальный. От него многие отъезжают. Только что-то вот, конечно, он активируется за дикую цену. Ну, как бы в поздней игре отстрелить какое-то важное существо. Так. От голобоями атаковать. Вдруг он не заблокировал бы. Так, все становится прям весело. Так, не выкладываю ману. Ну так лишь мне надо отстреливать стену, наверное, не сильно. Ну, красно-зеленый, у него там не будет, наверное, много спеллов. С другой стороны, каждый спелл будет дамажить по 2. Ладно, идем ва-банк. Ну да, я так хоть если заспамлю стол, то я смогу что-то там бегать. С другой стороны, у меня кентавр разбирался со всем этим чудом. Будет ли сейчас он блочить? Господи, стена с шустрайком. Какая уверенная в себе стена. Так, у меня кентавр, тем не менее. Так, что тут у нас? Так, ну стена, ну максимум наш Рустрайк сыграет, правильно? Давайте еще раз попробуем. Так, наверное... Нет, так, я пробую не пропустить ландроп. Для начала.
Не получилось, что бывает. Ну, парню не повезло, что две земли. А я угадал с Дарцем. Все-таки, если бы стену не разбило одну, то было бы как-то, ну, наверное, хуже. Так, ну вот, каким-то чудом мы идем дальше. Собственно, игра называется «Магия», так что ничего удивительного в этом нету. О, господи. Все в тучах. Все небо в тучах. Так, Евгений в чат подключился. Привет, хорошего стрима. Привет, спасибо. Ну как? Я сыграл не в ноль, это уже хороший стрим, наверное. Как определить вообще хороший стрим или нет? В чем заключается хорошесть стрима? Ну, короче, блефовать до конца, что у меня нет Фореста. Они у меня есть. Паучок. Так, паучок это хорошо, но кентавра вывести, наверное, было бы получше. Три маны, это три маны. Я жду, ремувал сейчас полетит в кентавра. Угу. Ну, а знаешь, что у меня есть? У меня есть мусорный дартс. Господи, я додумался взорвать дартс. Я гений. Мне вообще реально хотел просто кого-нибудь поставить и не взорвать ничего. Это было бы плохой был. Плохой это был вариант. Дестач. Да, вот дестачер это, конечно, плохо. Это какие-то нечестные размены. Что поделать? Итак, что я хочу? Может, даже стоит кентавра разменять на дестачера, пока не поздно. Ну, потому что мне больше никак это не почистить, походу.
Другое дело, что он не уезжал от... Акапи. Другое дело, что кентавр не уезжает от ритуала, а вот все остальное уезжает. Но он же не идет играть. Ритуал есть у него на столе, все хорошее лежит уже. Еще одна. Да что такое? Что же он творит? Так. Так, ну что, паук? Садон. Так, как ее еще можно отстрелить? В моей колоде никак. Поэтому мне не нравится Селесня. Ну как? Там, конечно, кольца есть всякие. Кольца и браслеты. Но если сейчас Гаргоны атакуют, то я не прочь на слона разменять. Потому что слон как бы уже свое дело так-то сделал. Оппонент может хотеть убить слона, потому что, ну... Типа слон вылез, тут сделал грязь, убить слона, все такое. На самом деле там мышей неприятный. Угу. Ну, возможно, это массовая атака просто. Ну, кроме паука. Вообще-то надо было и паука тоже. А, ну шейд не вырастет выше 4. В принципе. Так, ну Луксадон он меняет на шейда, да? В принципе, меня устраивает, если он там ничего больше не сделает. Меня даже устроит. Что дальше? Так, сейчас мне нужен какой-нибудь флайер. О, господи. Это же паук. Что он там делает? Всех возвращает? А, одну карточку возвращает. Что, не нашел? Не нашел? Да, интересно. Но это я, наверное, приберегу.
Это я просто приберегу. Там много еще таких выскочит, я понял. Так, флайер. Давайте флайером. Будем залетывать потихонечку. Неожиданно. Неожиданно. Что он творит? У него там еще и крепенчил. Это жесть. Это жесть. Жесть, жесть. Рейхард. То есть мне не помогает. Короче, надо ждать, пока он раскастует руку. Желательно, чтобы там были пластики. Вот даже толстяка не может нормального сыграть. Что такое? Кстати, с Тейкхартом я могу кого-то увеличить из его существ. Самое забавное. Так, хочу ли разменяться так? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вообще похоже на вариант. Что-то такое себе. Давайте no blockers. Карри Рейдерс. Что там у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Пять существ. Кстати. Пять существ. Так, а по мане это что получается? По мане не получается выпрыгнуть прямо сейчас. Так, короче, сидим еще ход. Блок сюда. И так вот. В чем получается? 5-5. Ну, давай дэмэдж. Сейчас бы мана еще пришла, было бы идеально. Так, но не пришла. На закрытие you control enters. Так, так, так. Or dies. Так, это с моими кричами только. Так, мы его типа ставим. Ставим, идем в атаку.
Комбат. А так. Дэмэдж. Тейк хард вот сюда. Теперь у меня будет, возможно, если они его не подискардят крысами. Конечно же, я его не блочу. Даже так. Галгари Рейдерс. И на это фаултом. Стригает. Так, он просто ленд находит. Я знаю, что он зажал в руке. Возможно, там флайеров, которые убивают. Возможно, нет. Зачем он атакует? Там еще ритуал может быть. Так, он жизни хочет получить. Так, кого он убьет? 7-7. Допустим. Так. Когда у него есть 3 каунтера, то он имеет трампл. Хорошо. По-моему, эпично камбэкнулись. Эпичный камбэк. Через нестандартное применение тейкхарта. Blazing Hope. Видите, я уже на 300 гемов вышел. А 300 гемов, это я уже смогу следующий драфт сыграть. Но я на этом стриме не смогу все равно. Короче, главное я сделал. Отбился во второй драфт еще. Это будет такой расслабляющий драфт, не под запись. Я опять соберу Демиров зачем-то. Вряд ли. Так, Маршал. Возможно, бы даже мулиганил тут, что слишком много в конвоков. Но... Попробуем мулиган. Так, более ранняя игра, как бы на руках.
и не совсем то, что хотелось бы. Так, вот тоже есть первый дроп. Первый пик на этом драфте. Блокерс. Думаю, это Битл. Птица. Птица вовремя прям. Птица очень вовремя. Что-то не разменивается с 1-1. Блокерс. Два демеджа. Минутку, его же убили, а почему каунтер не упал? А, там надо именно обязательно, понятно. Понятно. Я думал, за убитых качаются, без разницы, какие там они. Насколько сильно они убитые. Вау. Да ты крут. Так, 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 так. Опять дарт все делает. Чему может научить летающий рыцарь жука? Быть более толстым. Как-то так это работает. Надо хоть заскринить.
заскринить этот мусор, который мы тащим. Уже как бы Twitch не начал уже падать. В принципе, 20 еще можно. Go first. Ну, первый дроп, второй дроп, еще один второй дроп. Вот теперь при двух лендах можно оставить. Ну, хотя, конечно, опять мы рискуем, все как обычно. Все как обычно. Ну, конечно, довольно странно, он дает плюс 0, плюс 1. Так, так. Ну хотя это тоже работает. Так, вот что я думаю, мне проще на птицу снести, да? Уверенно снести птицу. То есть, типа, выставить агрессивное существо и избавиться от флайера с лайфлинком. Почему нет? Так, First Striker. Уже Луксодона можно играть. Так, мне надо, чтобы они все, короче, остались живы по возможности. Ну, этот фишку принесет, если что. Так, ну эта штука, похоже, играть не будет, только если там не Аурелия. Так, ну блокерс. Ой, как хорошо-то. Четыре лайфа. А то мне его отстрелит. Это он, Луксодон. Почему не стал отстреливать никого? Там всегда может быть Short Strike, но... Но. Ну что теперь? В атаке что ли не ходить? Ну да, так он может там заблочить Лаксадона, отстрелить там Найта. Это похоже на массовую прокачку. Нет, это трюк. Окей.
Что-то какие-то сомнительные размены, конечно. Драфт самый крутой режим. Согласен. Ну, круче, конечно, бот-3 драфт. Но мы, типа, не донатеры, поэтому играем квики. Как-то так. Пусть думают, что у меня прокачка есть. Никто не может собрать топ-деку, скилл и удачка руля. Ну да, ну только единственное, что опять же те же самые донатеры, они могут как бы часто играть просто те же самые драфты, ну все эти. И, ну, наработать просто, ну, больше опыта. То есть, ну ты уже знаешь, что карточки делают, так вот уже именно, так сказать, в боевых условиях драфта. Вот. Плюс-то особого как бы, ну, вот, второй крах мореплавателя. Просто обалденно, мне не надо его крафтить. Класс. Их примерно, даже когда вот у меня колоды были собраны, эти мил, я их, в принципе, больше двух не клал. Но там, с другой стороны, и колода вокруг них не особо крутилась. Там больше вокруг чарки износ разума. А вот эти именно позволяют такой агромил собрать. Теперь бы, чтобы интернет нормально шел. Все будет нормально. Скилл и удачка, да? Да, я даже перестал эти играть Constructed Event, потому что проще накопить как бы, ну, этими дейликами на драфт, чем пытаться пережать в квик формате свои колоды и какие-то там адские сборки. Так, оставим. Хотя я не сказал бы, что у меня там враска там особо слабая. Там довольно нормальная получилась враска. Но все равно она не полная. Там не комплект твердошкурых фероксов, не комплект врасок, не комплект Assassin Trophy. Там черный цвет. Так, у тебя черный цвет, я скажу тебе нет, да? Хотя черный цвет не может дискардить земли, как правило. Но есть там карточки, которые директно дискардят. Вернее, там есть просто карточка по дискарде. Я могу без земель как бы остаться. Так, ну гарпунер. Окей. Хотя да, там в формате там нету такого дискарда, который мне землю подискардит. Тут только если он мне покажет много-много дискарда, тогда я потеряю. Так, птица или... Или... Пока наверное, лучше птица. Так, а он чё, когда он в атаке... А, там много существ надо. Я тут посчитал, серебро стоит 500 рублей.
Золотые карточки по 1000 обходятся. Серебром. Серебро это что? А, в смысле, цена этих анкомонов? Как так посчитал? Их же нельзя покупать таргетно. Так, что мне тут надо? Давайте киску. Так, киска принесла нам Flower Flourish. Так, ну мана у нас что-то 5-6. 6 мана уже, наверное, будет. Да. Блин, он с речом, я забыл, что он с речом. Придется этой хард сдавать. Мы все равно разменялись, да. Ну хотя бы так. Хотя бы с лайфом. Белт коллектор. Все время забываю, что этот мелкий инсект еще и с рич. Ну, блокерс. Как же плохо то, что флориш не инстант. Вот все, теперь и флауэр вообще не нужен никогда. Так, теперь только флориш. Ну, атакерс. Ну что, ждем Оксадона. Ждем явления оксадонского бафателя. Забафывателя. Пропагандиста, короче. Че, тут некоторые люди просто вскрывали, типа, там кучу этих паков, просто бустеров. Потому что, ну вот просто, ну, как вскрыл ты кучу паков, и что, у тебя появилась, как бы, у тебя появилась куча картона. Ты играть ему что только в стан, ну, в констрактор. А так, получается, ты и на драфте попользовался, и потом все, что там, все, что после драфта осталось, потом перешло в констрактор. То есть, конечно, драфт самый такой. Самый лучший вариант. Так, кентавр у нас есть. Так, ну атакерс. Так, дарт у меня не уходил еще, не уходил. Дарт может пригодиться против коллектора или против Сворм Гильдмага. Печально то, что Сворм Гильдмаг каждый ход получает жизни. Так, что тут у нас? Ага. Ну, флайеров там, возможно, нету. Возможно, там нету флайеров. Так, я пока коплю стол.
Ну или кентавр может разменяться с двумя. С двумя. Попробуем. Все равно мне его просто могут убить. Это черное. Это Галгари. Ну так пилот-коллектор сейчас станет 4-4. Ну, мне не убили кентавра. Как бы. Он так вот решил, да? Хорошо. Да, такие рисковые плеи. Там еще могла быть статус статуя. Так, дестачер появился. И сейчас я обязан атаковать, потому что если я не атакую сейчас, то он потом атакует своим вот этим вот и разменивается с любой моей кричой. К сожалению. Так что... Так что будем так вот делать. Так, он почему-то не убил мне вот этого маршала. Хотя мог. Ага, там все-таки план на Андергров. Хоть через спайдер. Он шарит. Так, у нас есть хилищийся локсодон. Вот так мы опять не можем бежать. Так. Такерс. Так, меня спасает немножко типа дартс. Может там кого-то вынести, типа пелт коллектора. Или гильдмага. Ремувал мне слона унесет массовый. Мой. Да, захилился конкретно. Так, это у нас что? Это Галгари Рейдерсы. Раз, два, три. Вот мы на руке поддержим. А, ну вот сейчас, кстати, масс ремувал, там у него уже трех сейчас сносит. Ждем масс ремувал. Комната ожидания масс ремувала. Просто он именно против Галгари как бы хорошо заходит. Ну или Селесни там.
Ну, Демиров там и трату снесет. Ну, так, короче, по мелочи. У Демиров особо толстых нет никого. Ну, и Зетов там, опять же, не фмизит. Ну, если не фмизит вышел, то там, скорее всего, уже ГГ. Еще один паук. Блин, мне прям нужен сейчас. Мне нужна сейчас прям эта карта. Что там, 22 карты? 22 хода. Сидим 22 хода. Них, он плотно там пауками обвешался. Так, а если ему, допустим, ритуал приходит, то он мне выносит тоже стол. Так, ну, что-то. Это уже что-то. Кстати, на табдеке не было ничего. Так, смотрим, что там. Там летуны, летуны, летуны. Если мне ремувалка приходит, то мне не нужны пауки. Короче, Autumn Night. Пусть будет. Так, какую чарку он может снести? Какая чарка есть у Галгари? По-моему, никакой вообще нету. Нету там чарок. Так что мы просто уставим. Ну, плюс жизни. А, поставлю все-таки ману, чтобы он думал, вдруг у меня сила масс какая-нибудь есть. Так, ремуглы полетели. Не, ну да, если у него там есть ритуал, то это прям ГГ. А, у него тоже не все выживут. У него что-то только стена. Да, он сам не будет ритуал кидать. Комната ожидания винкондишенов. Одного винкондишена. А, блин, он сейчас минные сможет выбить. Ну, мы тут даже с Минейсом, наверное, какие-то нелегальные размены устраиваем. Смотрим. Так. Опять же, у него там на... Ставить его или нет? Он может показать, опять же, вот этот минус 1 в 7. Но гарпунер как раз не умирает от этой штуки. Не, гарпунера, короче, на руках подержим. Ну,
Надо учиться разменивать существ. Ко мне с этим плохо. Ну да, часто такие партии, что ты вот именно стол держишь. То есть, конечно, есть соблазн разменивать там сразу, как только видишь. Так, дестачер. Вот это уже неприятно. Но мне главное вот этих вынести четырех. Так. Когда-то же я вскрою его. Когда-то же я его вскрою. Стоят два нуба с кучей существ. Ни одного мозгов не хватает понять, как преимущество. Сейчас у него преимущество. Но он может с Минейсом начать бегать. В принципе, ему давно надо было начать с Минейсом бегать и как-то разменивать. Он хочет просто тут заставиться стенками по полной программе. Так. Такерс. Карточки будут дровать. Ага. Не, зачем он убил себе дефендера? Потому что такой хороший дефендер, он дистракт может получать. Истригает. Да он там еще декнется так. Он еще и декнется сейчас. Так, ну это пойдет. Еще он может сыграть. Там такой черный есть чувачок, который в голову стреляет при выходе за андергроув. У меня довольно много здоровья пока что. Так, вот и дартс. Дартс. Дартса мы отстрелим, наверное, гильдмага. Ну хоть там прокачка может быть. Нет прокачки. Потому что меня только Минейс его парит. Вот странно, он сожрал 2-5 Дефендера. А, ну это не Дефендер, просто паук. Понятно. Короче, он съел не того Дефендера. Вот он. 8 кричей. Ну, это не летал, как бы. Так, еще больше целей под масс ремувал. Еще больше целей под масс ремувал. Так, этот выживает, поэтому мы его ставим.
Так, это их карт у меня еще не вышел, кстати. О, кстати, если... Не, ну я опять такую не буду, конечно, байду творить. То, так, этот карт уже ушел. Карт. Ну, возможно, сейчас будет 6-5 бегать каким-нибудь таким. Так, флайер он мне блочит. Блочит. Пауком. Ну что у нас там таймеров уже накопилось? У него 4, у меня 3. Так, ну и что там? Ну, плюс икс кому-то. Кому? А, именейс. Именейс. Некротик ваунт. Допустим. О, господи. Так. Трампл и... Трампл. Трампл, это, конечно, серьезно. Так, этого мы как-то должны получить. Так, так. Даже, наверное... Сюда. Это сюда. Так, желательно с этим разобраться. Дын-дын-дын-дын-дын. Как-то так. А. Так, все еще нету. Так, у меня есть. У меня есть Гагари Рейдерсы. Лучше атаковать, потому что там Галгари, там может быть убийство просто. Так, этого выставляем. Так, у него 9 карт, у меня 12. Шит, это еще нормально. Да, у меня Сетл за врекос есть. Типа. Так, так, так. У меня проходит на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, ну дофига. Ну дофига. Так.
с ремувлов так и нету. Ну это ГГ. Это ГГ. Чё тянуть? Не, ну... Апдекнул бы масс ремувал, была бы еще одна победка. Но не табдекнул. Так, ну зато по времени как раз. Так, что там в итоге получилось? 5 побед. Пойдет. Сразу посмотрим, что там за пак был. Так, лидев. И вот. И мифик. Так, ну на этой замечательной ноте я закончу стрим. Всем спасибо, кто зашел. Пока-пока.